Свою роботу розпочинає лайв-студія «Вечір». Вас вітаю я, Наталія Костенко. За кілька хвилин моя колега Світлана Пензова говоритиме про розвиток в Україні оздоровчого і медичного туризму. А зараз до такої теми. Україну очікує велика термомодернізація. В планах уряду на 2022 рік модернізувати понад 5 тисяч будинків. Це 10% від загальної кількості панельних багатоповерхівок, які потребують першочергової термомодернізації. Ключовий завдання – зменшити споживання газу, а отже дати можливість українцям отримати платіжки із меншими сумами. Важлива відмінність – домогосподарствам не потрібно брати та віддавати жодних кредитів. Для Одеси ця програма має принципове значення, оскільки велика частина одеситів проживає якраз у спальних районах, у будинках, які десятиліттями потребують модернізації. Тож про програму і її реалізацію в Одеському регіоні говоримо з Олександром Гореніком, народним депутатом України. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день, привітаю студію. Доброго дня і вам. Дякуємо, що приєдналися до роботи лайв-студії на 7-му телеканалі. Тож, скажіть, будь ласка, перше питання. Будинки якої категорії можуть брати участь у програмі «Велика термомодернізація»? Вчора в Києві пройшло якраз засідання профільного енергетичного комітету парламенту, на котором впервые были опубликованы некоторые детали этой программы. Вот. И я, как народный депутат Одессы, присутствовал на заседании комитета для того, чтобы послушать и для того, чтобы максимальное количество домов под Одессы как раз принимало в этой программе участие. Одесса сейчас номер 4 по количеству подных заявок среди всех областей Украины. И мы сейчас готовимся к тому, чтобы комплексно запускать эту программу уже с мая. Почему это очень важно? Много где за границей, там в Восточной Европе, в Эстонии, в Польше, в Германии, в других странах Восточной Европы, бывшего там Советского Блока, где тоже было панельное строительство, тоже были эти панельные дома. Вот. Но их в начале 90-х, еще давным-давно, все полностью перестроили. Там это называли санация панельных зданий. Мы 30 лет ждали этого у нас в стране. И только сейчас, наконец-то, вот президент Украины Владимир Александрович Зеленский это анонсировал. И Украина ждет массовая, большая термомодернизация. Я, как народный депутат Одессы, там присутствовал, потому что хочу подать побольше заявок, чтобы жители нашей прекрасной южной столицы тоже почувствовали внимание президента, внимание этой программы на наших одесских домах. У нас, конечно, красивый и прекрасный центр, но большинство одесситов, мне кажется, проживает все-таки в спальных районах. Я народный депутат от Суворовского района, и большая часть людей на Суворовском районе проживает на поселке Котовского, проживают в панельных зданиях. На Таирово люди проживают в панельных зданиях, на Малиновском районе люди проживают в хрущевках и так далее. И эти хрущевки, эти дома, наконец-то пора модернизировать, их пора утеплять, и с ними пора что-то делать. Они теряют огромное количество тепла. В связи с этим главная задача. Задача состоит в том, чтобы в платежках в итоге было меньше суммы у украинцев. И в этом не принимал никакую роль, я имею в виду экономическую какую-то вовлечение, собственно, жителей домохозяйства. Важное отличие нашей программы, большая термомодернизация, в том, что домам не нужно будет брать кредиты. Если раньше при Порошенко, при других президентах тоже действовала программа, связанная с теплыми кредитами, то люди от одного слова «кредит» уже просто входили в панику. Люди не хотели брать кредиты, они этого боялись. Вот. Сейчас программа не предусматривает никаких ни брачи, ни возвратов, никаких средств от жильцов. Для этого ничего не нужно. Нужно согласие, собственно, просто самого дома. Программа большая. В программе участвует 5000 украинских домов. Да, это сейчас 10% от тех домов, которые в первую очередь нуждаются в тепломодернизации, но это впервые 10%, которые наконец-то будут в мае уже запущены в реконструкцию. А до начала следующего отопительного сезона мы уже сможем получить значительное количество домов и людей, которые получат нормальные новые подъезды, фасады, тепловые пункты, крыши, котельни и так далее. Огромный перечень свойств я вообще опубликовал с заседания комитета и перечень видов работ, которые будут реализованы в рамках этой программы. Есть две основных категории. Это так называемая легкая, простая термомодернизация, и она поможет получить порядка 20% экономии в платежке. Есть комплексная. А комплексная термомодернизация – это порядка 50% экономии в платежках. И, конечно же, мы хотим, чтобы большая часть одесских домов именно по комплексной программе прошла. Поскольку
Одесса – это южная столица, архитектурная столица, то в рамках программы предусмотрена еще также работа архитекторов для того, чтобы в итоге вся эта реконструкция сочеталась с окружающей средой, была более-менее как-то гармонично, потому что это же касается ремонта фасадов, это перекраски фасадов и так далее. Оно должно выдавать приятный эстетический вид для того, чтобы люди хотели, ходили, смотрели, и им нравилось смотреть на свои уже утепленные, термомодернизированные дома. Олександре, скажіть, будь ласка, звідки йтиме фінансування програми, наскільки я розумію, з державного бюджету? Да, фінансування йде. Це, смотрите, я же государственный деятель. Народные депутаты, парламент, кабинет министров, президент України определяют вектор государственной политики. Мы считаем, что энергетическая независимость очень важна для нашей страны. В рамках энергетической независимости нам нужна, чтобы у людей были ниже платежки. Это можно достичь посредством утепления и термомодернизации зданий. Огромное количество зданий в Одессе, в Суворовском районе, в других городах Украины и в других районах, панельных районах, теряет много тепла. Мы отапливаем воздух. Я пропоную зараз надати більш детальну інформацію про програму тим, хто зараз нас дивиться, адже ви абсолютно праві в тому, що багато одеситів можуть нею зацікавитись. Тож скажіть, будь ласка, про які саме будинки йдеться? Кому варто звернути увагу на можливість взяти участь у цій програмі? Да, есть два формата, так называемые сейчас эталонные дома, которые больше всего подходят к программу. Это пятиэтажные хрущевки на 4 парадных 60-х годов постройки и 9-этажки на 4 парадных 75-го года постройки. Ну и примерно тех же годов. Если зрители нас слушают и понимают, что они живут именно в таком доме, как можно скорее звоните в мою приемную на Цементная поля 94. Приходите, мы будем готовить. Я буду собирать списки домов, я буду лично передавать премьер-министру и профильному министру эти списки и требую, чтобы эти дома были в первую очередь включены в термомодернизацию. В целом сейчас список критериев достаточно широкий, и благодаря этому мы имеем возможность от Одессы как раз большее количество домов подать. Давайте коммуницировать, давайте общаться, приходите в мою приемную. Но это моя работа, вы меня нанимали как народного депутата, чтобы я ваши пожелания, ваши идеи как раз лоббировал в парламенте, в правительстве, везде для того, чтобы добиться термомодернизации как раз ваших домов. Жду ваших обращений к себе приемов. Олександре, скажіть, будь ласка, які базові критерії відбору будинків, які братимуть участь у програмі, хто і яким чином вирішує, якому будинку пощастить, а якому, на жаль, ні? Сейчас достаточно широкие критерии, и на сайте облгосадміністрації есть анкета, которую можно заполнить в широком формате, отдать заявку на дом. После этого будет проходить на уровне области и города энергоосмотр дома, и самые дома, те, которые больше всего будут нуждаться как раз в термомодернизации, будут получать. Понятное дело, что дом 60-го года постройки нуждается больше, чем дом 85-го года, например, постройки. Ему это больше нужнее. В результате энергоосмотра и энергоаудита это покажет, собственно, сам весь результат. Сейчас идет этап отбора этих и формирования заявок. После этого мы опубликуем обязательно результаты, когда мы определим, где, когда, какой энергоаудит, где, когда, какой энергоосмотр будет проходить. Олександре, чи є на сьогодні якісь базові, певні, попередні розрахунки, яку економію побачать мешканці модернізованого будинку? Якщо є такі цифри, то дуже цікаво було почути їх в еквіваленті сум в платіжках. Я в процентах можу сказати. Вчора була ця презентація. Це від 20 до 50% економії в платіжках. Якщо вийде більше, я знаю, що є дома, які це в Дніпрі вже реалізовували, і у них економія до 60% платіжках на газу. То, конечно же, дай бог, чтобы так получилось. Мы со своей стороны будем обеспечивать как можно более качественное выполнение работы. Но я, как народный депутат, готов всегда жителям подставить плечо по этому вопросу. Ще одне питання до вас, Одеса. Ми знаємо місто з історії. У нас багато старого житла, житлових будинків, пам'яток архітектури. Скажіть, будь ласка, чи якось проблеми цих будинків і їх мешканців зараз розглядаються? Що робити людям? Сейчас в первую очередь стоит приоритет на то место, где люди живут. Где живут одесситы, где живут украинцы. Это их дома, где они проводят день, засыпают, ложатся спать. Мы хотим, чтобы они жили в тепле. И в конце концов они отдают деньги
за, собственно, ну, платят платежки в тех домах, в тех квартирах, в которых проживаю. Поэтому наш приоритет – это личное жилье людей, потому что люди должны получать меньше платежки. Это основной фокус. Что касается исторических зданий, то у нашей команды есть отдельная программа «Большая реставрация», которая запускается. Она у нас на округе, на нашем Суворовском районе, например, будет касаться двух больниц. Это областная взрослая больница и областная детская больница на Воробьёва. Они, конечно же, в рамках большой, огромной реконструкции, после которых, я обещаю, жители просто не узнают в хорошем смысле этого слова эти больницы, они будут, естественно, термомодернизированы. В рамках реконструкции музеев точно так же будет проходить термомодернизация этих зданий. Так что на другие здания есть отдельные программы, но фокус программы «Большая термомодернизация» на личном жилье людей и на их платежках. І останнє питання до вас сьогодні біля Одеської міської ради. Перед початком сесії одесити організували одразу три мітинги. Один з них через високі тарифи на опалення в будинках без лічильників. А чи знаєте ви про цю проблему і чи опікуєтеся нею? Да, ко мне поступали обращения в приемную по поводу таких вот счетчиков. Надо сказать, что мы помогали жильцам, жителям как раз устанавливать эти счетчики. Иногда для этого самостоятельно включался, иногда для этого требовал какой-то компании, для того, чтобы они выполнили свои обязательства. Не самая распространенная проблема, с которой я повседневно встречаюсь. Например, там та же проблема на Сахарова. С отключением света было для меня, мне кажется, поважнее, потому что там несколько, целый дом отключили от света. Вот. Но, тем не менее, да, я встречал эту проблему. Зрозуміло, дякую за ваш час, за ваші відповіді. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був народний депутат України Олександр Горенюк. На цьому я не ставлю крапку і не прощаюся з вами. За кілька хвилин ефір вже продовжить моя колега Світлана Пензова. Нагадаю, говоритиме про розвиток в Україні оздоровчого і медичного туризму. Тож, попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами.